кончается, я хотел рассказать еще немножко про здоровье. Когда-то я клялся, буду говорить на каждом вебинаре, потом забывал. Был сегодня один такой сердитый. Я здесь на вебинаре не для того, чтобы слушать эти самые советы про здоровье. Ну, правда, он один такой. Итак, жир на боках, на животе. Сейчас вы поймете, как нас прямая дорога в больницу, а потом и в могилу. Жир на боках, животе – это инсульция. Это не только эстетическая проблема, прямая опасность. Здесь 74, вот у меня жир-то. Ой, там такие складки. Вот, бедный я, бедный. В зоне живота расположены важнейшие внутренние органы. Репродуктивные, печень, почки, кишечник. Все они нуждаются в защите. Но тут спора нет, нуждаются. Для этого существует липидный слой, формируется из жировых клеток. И когда живот толстеет, эти клетки бесконтрольно разрастаются, начинают сдавливать сосуды, перекрывать лимфоток. Вроде бы все правильно. Да? Смотрим дальше. Вот вам идеал современной женщины. Сколько девочек, девушек потеряли здоровье. Некоторая жизнь. Почему? Это подиум. Это образец. Что Железов написал про этот образец, когда писал статью? Болезненно. Сейчас поймете, выводы чуть ниже. Болезненно. На самом деле девушка. Пусть идеал голубого кутерья. Но родит детей себе на горе и на том их род по половому бессилию, даже лучше, если прекратится. Хотели бы иметь ребенка от нее? О мужчинах в случае сильных социальных, расовых, природных катаклизмов массовая гибель в первую очередь ожидает европейское население с беспомощью офисным планктоном и постепенной замены на другие расы. Это уже скоро. Вот. Тяжелейший вопрос. Для начала разберемся с женщинами. Итак, афоризм Железова. Половина мужчин любит полных женщин, а вторая половина это тщательно скрывает. А оно, вот продолжение вот этого. Вот это вот. Это и моя вставка, а вот это вот они. Вот. Это тоже моя вставка. А вот это была статья. Вот, рекламная. Вот ее продолжение. Внимание. Вот, почему я вас ненавижу. Средства для похудения. Активируют обменные процессы, в результате чего излишки жира из пищи выводятся. Не успел усвоиться. Но у меня первая мысль-то была, знаете как? Слабительное принимай. Объелся живот. Принимай слабительное. Раз уж на то пошло. Идешь, и сердито. Ну вот и специальное средство. Оно поможет или угробит организм? Давай смотреть. Организм начинает активно перерабатывать неприкосновенный запас. Внутренний жир, а затем подкожный. Препарат мягко очищает кишечник от накопленных токсинов, шлаков, мягко ассорбирует его из организма. Вот. В зоне живота внутренние органы, репродуктивные, печень, почки, все они нуждаются в защите. Я еще раз об этом. Все нуждаются в защите. Итак, постулат Железова. То было у меня афоризм Железова, что мужчины любят половину полных женщин, вторая это тщательно скрывает. Вторая половина мужчин. Постулат Железова. Жир на бедрах и животах женщин. Это подушка безопасности, предназначена для беременных женщин. И она генетически обусловлена. Избавление от него опасно для здоровья. То есть, если уж она есть, пока рожает детей, она подушка безопасности, это правда, на бедрах и на животах. А потом всю жизнь приходится женщине носить лишний жир. Избавление от него – это сокращение жизни, это болезни. Вот. И если продолжаешь рожать детей, то будешь продолжать рожать детей уродов. Вот. Вот это жесткое правило, жесткая правда. Вот. Если она уже перестала, там уже можно пытаться худеть, но жизнь сократишь уже точно. Вот. И вот это что получается? Все наоборот. Все наоборот. Препарат мягко очищает кишечник. Вот если он выводит из организма,
вареные вещества, значит, что наступает? Наступает алкалоидный голод. Они об этом не знают. То есть и задача продать им вот эту штуку. Где она там? Продать вот эту штуку вам с помощью вот такого страшного, как это опасные излишки жира. Вот. Продать эту штуку. Вот. Потом, когда мы потребляем белки, жиры, углеводы, часть из этого идет, я уже, извините, короткая лекция, идет, питание клеток организма, а их 100 триллионов, каждую надо подать. Дальше идет расщепление с выделением тепла, вспоминаем, мы же теплее, чем окружающая среда, 36,8, так кажется. Вот для этого нужно, так. Дальше запас нужен. Толстый сохнет, худой дохнет. Запас у многих генетически обусловлен. И ни хрена вы никогда не похудеете. Об этом тоже надо знать. Многие из вас средства используют, угробят здоровье, но не похудеют. И, наконец, то, чего не знает ни один современный диетолог, который оперирует 100 килокалорий, 200 килокалорий, 300 килокалорий. Они не знают, что люди перемешались так, что одни из них нужно побольше рыбы, помните, фосфор. А если кормить рыбой, как на этом, морепродуктами, как на насильно, примерно как в Японии, большинство умрет, часть будет голодать, часть будет больных. Только потому, что рыба не ходила миллионы лет, в их рацион не входила. Ну, за редким случаем. Жил у моря, да, частично рыба. Жил в лесу, да подавай мясо. И вот это вот самое главное, что большую часть пищи, попадающей внутрь, расходуется, внимание, на работу самогонного аппарата, потому что желудочно-кишечный тракт – это самогонный аппарат. Если вы избавитесь от излишков жира, аппарат работать не будет, в кровь не будут поступать алкалоиды, и у вас будет ломка самая настоящая до тех пор, пока вы не нажретесь и наедитесь. Вот это вот все, средство похудения, это подлое предательство. Людям нужно просто объяснить. Время от времени появлялись специальные диеты, раздельное питание самое эффективное. Да, разделишь белки отдельно, жиры отдельно, углеводы отдельно, допустим, через полчаса, через полчаса, вот, вы будете худеть, вы будете чувствовать себя великолепно, но через несколько дней наступит ломка, потому что если в одну кучу не смешать жиры, белки, углеводы, у вас начинается чиститься организм, но в нем не будет алкалоидов, а эти алкалоиды бывает, когда все это смешивается, и я уже заканчиваю, ребят, и то, что вы едите, не растворяется с помощью именно желудочного сока. Не просто растворяется, а оно, внимание, нигде не прочтет. Я все выдумываю из головы, а у меня связь там с тем библиотекой вселенской. Вот. Только смешавшись белки, жирки, жиры, углеводы в одну кучу, хорошо сдобренные теплым, горячим, этим сладким чаем и прочее, прочее, хорошо-хорошо полежать, отдохнуть, чтобы все это бродило. Кузнецу нужно 5000 килокалорий, вот, а этому середнячку, интеллигенту хватит и 1000-2. И то у него уже будет достаточно в крови алкоголя. Подчеркиваю, я не оговорился, алкоголя. Алкалоида. Вот. И тогда он будет чувствовать себя толстоватым, ленивым, но у него будет достаточно душевного спокойствия на душе и умиротворения. То есть у него организм сам использует свой же алкалоид. Вот это все
можно было бы превратить в статью, но кто ее когда напечатает. Все, друзья, мы с вами будем заканчивать. Там впереди такие интересные темы. Вот, я надеюсь, вас убедил в чем-то.